Посмотрите, какая малюсенькая комната. Вот кровать, туалет, все, и выход. Представляете, это вот частный отель в Сандауне, недалеко от моей работы. Ну вот, стоит 35 фунтов за ночь. Это вот ко мне друг приехал. И вот я решила, что лучше, если он остановится в отеле. Ну вот сейчас он остановился здесь, в этом отеле. Я вам показываю, друзья. Отель, конечно, Сандаун. Это рядом с Шанклиным, в километре всего. Но вообще, конечно, вроде так ничего было на ресепшене. Я вам покажу, если смогу. Но вообще-то, честно говоря, я что-то разочарована. Такая малюсенькая комнатушечка. Сейчас покажу вам ресепшен. Вот это вот. Вот видите, это я, красавица. Вот это вот такой вот ресепшен. Вот такой вход. Абсолютно ничего особенного. Все показывает хозяин. Вот здесь вот кухня. И вот здесь вот завтрак у них. Bed and breakfast называется. Знаете, очень-очень все простенько. Очень незатейливо. Вот 9 номер, вот этот вот сервировочка. Вот bed and breakfast стоит 35 фунтов. Три этажа. Показывать абсолютно нечего, друзья. Скажем так. По сравнению с этим отелем, мой отель, в котором я работаю, гораздо лучше. Ну вот, пожалуй, это и все. Нечего показывать, друзья.